В Актобе открыли памятник герою Советского Союза Млакиджару Букимбаеву. В советскую армию он был призван в июле 42-го, окончил курсы младших лейтенантов и в 43-м попал на фронт. На войне он был ранен 4 раза. Свой героический подвиг лейтенант Букимбаев совершил под Полтавой. Он вступил в рукопашную схватку, лично застрелил фашистского офицера и еще 7 врагов взял в плен. Звание героя Советского Союза Млакиджару Букимбаеву присвоено в феврале 45-го. После войны он больше 10 лет проработал в правоохранительных органах. Имя героя Советского Союза с прошлого года носит Актюбинский юридический институт. Победа, конечно, досталась нам всем, кто служил, кто в тылу был. Кровью досталось. И дай Бог, как говорится, чтобы мы больше и вы не видели такого ада. Нашему институту дали имени героя нашего Великой Отечественной войны Млакиджару Букимбаева. Мы все знаем вот историю его, как он родился, как вырос, где учился. И был командиром 101-й и 312-й стрелковой дивизии. Все мы хотим служить нашему народу, как и он.